столице выступила звезда инструментальной музыки из Италии, бандонеонист Марио Стефано Пьетрадарки. Всемирно известный музыкант вернулся в Казахстан спустя 3 года после своего потрясающего концерта в столице. На этот раз мы с большим удовольствием исполним великолепную программу. Она напоминает музыкальное путешествие из Италии в Буэнос-Айрес. Прозвучит много изумительных музыкальных произведений. Я безмерно счастлив вернуться и снова выступить в театре Астана-Опера. Уверен, публике очень понравится наша новая программа. Симфонический оркестр «Астана-Опера» выступил под управлением заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухидина. Музыканты отдали дань уважения Федерико Феллини, исполнив попурри, в котором собраны все шедевры, написанные Нино Роттой. В программу вошло и попурри, посвященное другому итальянскому гению Эннио Морриконе. Прозвучали и знаменитые произведения Астора Пьяццоллы, такие как «Обливион», «Адиос Нонино», «Либертанго», без которых слушатели не представляют себе концерт прославленного бандонеониста. Марио – человек, который входит в десятку лучших исполнителей на бандонеоне. Если вы включите Classic FM London, вы увидите его там в Hall of Fame. То есть это первые 10 VIP-исполнителей, которые очень востребованы в Европе. Конечно, он очень ритмичный, он очень музыкальный, вот, и эмоциональный, и непосредственный. Сольной партией в концерте также выступил казахстанский инструменталист, первая скрипка оркестра «Астана-Опера», заслуженный деятель Казахстана Багдат Абильханов. В столице состоялся концерт памяти Батырхана Шукенова «Твои шаги». Вечер прошел под открытым небом в летнем амфитеатре на набережной реки Есиль. Мы решили организовать как живой звук. То есть все бенды, участвующие в этом мероприятии, в концерте, поют инструменталы, все поют вживую. Все бенды собраны, ну, кто-то был знаком с творчеством Батырхана Шукенова, кто-то работал с Батырханом Шукеновым. На кого-то творчество Батырхана Шукенова именно толкнуло вот к занятиям музыкой. Произведения Батырхана Шукенова прозвучали в этот вечер в исполнении казахстанских артистов Кайрата Баекенова и группы «Формат», а также таких бендов, как «Низа», «Лайн Бэнд», «Эйжа Бит», «Жазген». Музыканты поделились своими воспоминаниями о Батырхане Шукенове. Мы учились в одном институте, он у меня немножко постарше. Вот. И бывали, конечно, моменты, когда мы пересекались на сцене вместе. Я считаю, что это, ну, это действительно, ну, как бы это звезда нашей страны. Была с ним знакома лично, к сожалению, ну, только вот на концертах как-то пересекались. Но всегда, вы знаете, это был удивительный человек, от которого просто веяло какой-то добротой, душевностью. Каждая группа привнесла что-то свое в популярные сочинения Батырхана Шукенова. В течение всего концерта слушатели подхватывали любимые песни и подпевали артистам. В этом году дипломатическая служба Республики Казахстан отмечает 30-летие. По случаю этой знаменательной даты в столице открылась выставка, в которой представлено более 100 фотодокументов, хранящихся в президентском архиве. На выбранных представленных документах мы постарались отразить наиболее важные такие знаковые события во внешней политике нашего государства. Здесь документы, которые отражают и участие в международных организациях Казахстана, представительства международных организаций, инициативы Казахстана по внешнеполитическим вопросам. За 30 лет в нашу страну инвестировано около 380 миллиардов долларов. Заключено более 4000 международных договоров. Это результат работы значительных усилий в дипломатических отношениях, установленных со странами мира. Пожалуй, самым главным достижением нашей дипломатии является установление мирных, взаимовыгодных, равноправных отношений со всеми странами мира и с нашими соседями, и со всеми другими партнерами по всему миру. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 13 июля в Театре юного зрителя имени Мусрепова пройдет постановка «Оян Халындық». В Музыкальном театре юного зрителя 13 июля можно будет насладиться мюзиклом «Шамши». 13, 14 и 15 июля в Театре «Артишок» состоится показ постановки «Мушкетеры Пердилер».